Привет, зрители! Xpeng G3! Да-да, китофициазизация, вот такое сложное слово, или китаизация отечественного автомобильного рынка, очевидно, потому что именно из Поднебесной все те блага, которые недоступны отечественному потребителю, могут быть реализованы с помощью этих крутейших автомобилей. Смотри, как они умудрились развиться. Это настоящий China Domestic Market, Xpeng G3, соответственно, а-ля кроссовер переднеприводный. И сегодня мы попробуем его до сотни разогнать, посмотрим, как он себя поведет. Да, начинается дождь, но успел я снять замеры до того, как все это залило несколько. И из-за того, что переднеприводная компоновка, разумеется, в дождевую среду будет несколько разгон менее уверенным. Ну, передний привод, что называется. Хотите больше? Будет у меня, будет и больше. Итак, почти 200 сил, электромотор спереди, соответственно, и возможность разгоняться без задержек. Все это мы любим в электромобилях. Давайте посмотрим, на что автомобиль способен. Встаю на исходную, будем сейчас пробовать эко-режим, не удивляйтесь. Это самая удобная установка для перемещения. И попробуем, на что способен Xpeng G3. Проверяем. Равномерно, прямо. На одной ноте, едва-едва издавая звуки, автомобиль превышает все возможные пределы. Да, электромобиль — это круто, действительно. Разгон настолько прост, настолько понятен. С другой стороны, несколько безэмоционален просто. Да, пошла энергия, и все. Как ДВС, там, помните, жужжишь, там думаешь, о, натужно. Никакой натуги, просто с легким электрическим призвуком специфичным. Вот это да, вот это автомобиль. Назовите хоть один отечественный серийный электромобиль, а? Только Эллада, помните, да, пробовал АвтоВАЗ играть в эту тему, несколько экземпляров было выпущено, и все, в общем, все, нету, а китайцы вовсю делают, могут, умеют, и при этом смотрится это все здорово, что внешне, что изнутри, работает не без некоторой специфики, ну, например, у нас ведь все окитайщина, да, и с локализацией нужно поработать, тем не менее, как China Domestic Market, да, идет вслед за GDM. Вы же не парите, что там в чистопородной какой-нибудь японке все на японском. Ну и здесь все на китайском. Все правильно, все четко, друзья. Ну а теперь, да, разогнавшись так вот, удивительно стремительно, давайте посмотрим спорт-режим. На что он способен и как машина пуляет в нем. Дорогие зрители, рекомендую вам крайне важное устройство при выборе автомобиля, позволив вывести на чистую воду недобросовестных продавцов, что новых, что подержанных автомобилей. CarSys DPM 816 Pro. Прекрасное устройство, которое позволяет выявить, какая толщина покрытия у автомобиля, который вы выбираете. Был ли он крашен или нет, тем самым можете узнать легко и просто. Активируйте устройство, работает как в автоматическом, так и в ручном режиме, подойдет как профессионалам, так и неопытным людям, например, таким как я, чтобы в авторежиме замерить толщину лакокрасочного покрытия буквально пару секунд. Пожалуйста. Все делает устройство автоматически, и даже подсветка экрана есть, но и работает не только с обычными металлами, но и с цветными. Круто. Выбирайте по ссылке в описании, наслаждайтесь устройством, да, и вот такой вот удобный чехол в комплекте. Это здорово. Ссылки в описании. Опа! И если в сети посмотреть, то мы найдем разгон где-то 8.5, я видел 8.6 секунд, а у меня получилось 7.5. Ну, весь секрет прост, я отключил климатическую установку, она тоже расходует достаточно много энергии, и, естественно, все зависит от, да, методики измерения, и сразу же 7.5 секунд. Вот так вот рвется вперед автомобиль и превышает, да, показатели легко, из них выезжает, кто там быстро у нас сейчас китаец с перспективом, Хавал. Хавал F7, а тут бах, бах, и вот так вот электроавтомобиль буквально кладет бензиновую вонь на лопатки, радуя отликом, будучи комфортным, удобным и интересным. Так что, друзья, обращайтесь, соответственно, в NeoCars, выбирайте себе Xpeng по душе, заказывайте любые другие автомобили, и вот оно, будущее, вот откуда, да, оно идет, как говорили, из Китая, да, из Китая тихой сапы будут такие вот суперавтомобили, которые, вот это вот эффект, вот это вот.
что разогнались, проверили, оценили возможности автомобиля. Ну и, естественно, ожидайте обзоров. Как всегда, буду изучать все, что можно приобрести на нашем рынке, предлагать свои автомобили. Вместе мы с вами найдем то, что называется круть, кайф и все такое. До встреч, пока, будьте на моем канале.